В Анапе начнется строительство жилья для детей-сирот. На совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обсудили реализацию краевой госпрограммы «Дети Кубани». В работе принял участие мэр Анапы Василий Швец. Олеся Давыдова продолжит тему. Вениамин Кондратьев, начиная мероприятие, отметил, что дети-сироты – одна из наиболее незащищенных категорий жителей. И обязанность власти – помочь им в жизни и создать комфортные условия. 3 месяца на то, чтобы привели все нормы градостроительные, муниципальные, в соответствии с краевыми, которые приняты в Краснодарском крае в конце декабря прошлого года. Вот, Евгений Михайлович, я вам поручаю взять на контроль. Возьму на личный контроль. 3 месяца, как вы сказали, срок не обсуждается. Будем выполнять, и любая помощь, которая необходима со стороны, с нашей стороны, с института, все будет оказано муниципалитетом. Это необходимо сделать, просто необходимо сделать. Вот если мы в крае все это будем принимать, а на муниципальном уровне все будет все так же, тогда для чего? Это наша огромная работа. Сбалансировано, как я говорю, в том числе край принимает, в развитие муниципалитеты принимают, край принял нормативные акты, регулирующие ту или иную еще там, составляющую строительства. Муниципалитеты приняли. То есть вот такая работа и должна быть организована. В Анапе в этом году впервые начнется строительство жилья для детей-сирот по инвестиционной программе. Это выгоднее, чем приобретать квартиры на вторичном рынке. Определены земельные участки в хуторе Чекон и селе Джигинка. Разрабатывается проектно-сметная документация. Ведется подведение коммуникаций. Первое. Мы уже не покупаем квартиры на старые. Принципиально, как мы договаривались в прошлом году. Мы их строим у нас на территории нашего муниципального образования. Вы обязаны получить свидетельство о регистрации права муниципальной собственности на эти объекты. Сданные по нормам и требованиям, как для детей сирот, не просто построить как там, бетон, стяжка, штукатурка, а сданным в соответствии со всеми санитарными нормами, со СНИПами, с требованиями, которые к этому предъявляются. В этом году по программе «Дети Кубани» в городе-курорте планируется обеспечить квартирами 35 детей-сирот. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.